Представьте себе, что все люди на Земле подарят вам по 1 рублю. Им это будет несложно, а вы в одночасье станете миллиардером. Здорово! Вопрос лишь в том, как побудить их это сделать. Все гениальное просто. Став участником программы развития общественной благотворительности «Всем миром», вы будете ежедневно получать на свои счета сотни денежных переводов. И не по 1 рублю, а по 5, 10 и даже 15 долларов. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Цель программы – объединить миллионы людей в стремлении помогать друг другу. Присоединиться к программе «Всем миром» можно только по пригласительному сертификату одного из участников. При регистрации вы оплачиваете 5 долларов за обслуживание личного счета в системе, а также оказываете финансовую помощь другим участникам в размере 100 долларов. Эти деньги направляются на счета людей, чьи имена указаны в очереди пригласительного сертификата. 10 долларов поступают на счет того участника, чье имя расположено в нижней строке сертификата. По 5 долларов на счета 6, 5, 4, 3 и 2 человека в очереди. 15 долларов на счет человека, находящегося в верхней строке. 50 долларов поступают на счет Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром. Из пригласительного сертификата система формирует ваш личный сертификат, подставляя ваше имя в нижнюю строку. Остальные имена в очереди при этом поднимаются на 1 строку выше. Сертификат можно распечатать и передать в виде приглашения любому человеку. Также у вас имеется персональная ссылка на сайт «Всем миром» для приглашения в интернете. Каждый раз, когда по вашему пригласительному сертификату регистрируется новый участник, на ваш счет автоматически поступает 10 долларов, поскольку ваше имя находится в нижней строке очереди. При этом из вашего сертификата формируется личный сертификат нового участника, в котором ваше имя поднимается на строку выше. По сертификатам приглашенных вами людей регистрируются новые участники. Вы снова и снова получаете финансовую помощь, и ваше имя поднимается еще выше в очереди. Представьте, вы пригласили всего лишь 5 человек. Таким образом, вы получили 50 долларов, и ваше имя появилось на 6 строке в 5 личных сертификатах новых участников. Каждый из ваших последователей также приглашает по 5 человек. Вы получаете 125 долларов, и ваше имя появляется на 5 строке в 25 сертификатах. Далее вы получите 625 долларов, и ваше имя появится на 4 строке в 125 сертификатах. Следующий этап – 3125 долларов, и ваше имя на 3 строке в 625 сертификатах. Далее на ваш счет поступает 15 625 долларов, и ваше имя находится на 2 строке в 3125 сертификатах. Далее это уже 78 125 долларов, и ваше имя на 1 строке в 15 625 сертификатах. И, наконец, это 78 125 человек, которые регистрируются по пригласительным сертификатам с вашим именем в верхней строке. А это значит, что на ваш счет поступает 1 171 875 долларов. Итого, вы уже получили 1 269 550 долларов в качестве финансовой помощи, и ваше имя находится в 19 530 сертификатах, по которым каждый день продолжают регистрироваться новые участники. То есть на ваш счет снова и снова поступают деньги. С каждым днем переводов становится все больше, и этот процесс уже не остановить. Важно отметить, что оказание финансовой помощи, согласно правилам системы, производится каждым участником ежегодно. Благодаря этому, с каждым годом на благотворительность удается направить все больше денежных средств, а ваш доход при этом ежегодно возобновляется, и вы снова и снова получаете денежные переводы от людей со всего мира.
Возвращаясь к рассмотренному примеру, это почти 100 тысяч участников, от которых вы ежегодно получаете финансовую помощь на общую сумму более 1 миллиона долларов. При этом заметьте, вы лично пригласили всего 5 человек. В реальности же вы можете пригласить столько людей, сколько захотите. Получите свой личный сертификат участника прямо сейчас. Познакомьте друзей с международной благотворительной программой «Всем миром» и просто наблюдайте за тем, как на ваш счет поступают деньги.